Мне кажется, это не очень этично, будучи художественным руководителем театра, оставить за государственный бюджет свои собственные оперы. А это такое концертное исполнение, только усилием вот нашего оркестра, без финансовых затрат. Просто мне хотелось бы, чтобы опера, о которой, к сожалению, много говорили в СМИ. Почему к сожалению? Потому что говорили в основном не о музыкальной стороне. Все-таки, чтобы ее музыкальная сторона была в России показана, и каждый мог свое какое-то мнение иметь.